Итак, друзья, всем привет! У нас сегодня мойка радиатора печки Ford Mondeo 2.0 TDCi в кузове Universal, хотя с 1 по 7 год все идентично. Вот мы его демонтировали. Потом покажем, как мы его сняли. Значит, мы решили промыть его кислотой с уксусной, лимонной вернее, но как бы это эффекта никого не дало, мы решили как бы повести его на мойку. Вот столько мусора было там. И решили промыть после этого всего систему охлаждения, дабы эта вся гадость не пошла на радиатор и на помпу. А я думаю, что она уже пошла. Вот такая каша там различная. Мы его везем профессионалам, которые подключат систему специальную и промоют его изнутри специальной жидкостью в течение там 30-40 минут. Вот. Потратили мы 2 пачки лимонной кислоты. Он уже заливаешь горячую воду вот через трубочку, вот эту подачу. Нагревается здесь, но через сам радиатор не так быстро тепло идет, как должно идти. Вот, мы его помоем, стоимость такой работы 400 гривен за мойку. Потом промоем, опять-таки повторюсь, и зальем потом чистую уже охлаждающую жидкость розовую G12. Постараемся хэповскую залить качественно. И потом еще запишем видео, как будет себя вести печка после этого ремонта. В принципе, все. Тут занимает больше всего это монтаж-демонтаж этой системы всей. Вот, в принципе, все. Все, ребят, всем благословений. Пока.